Почему шея никому не нужна? Ну, это типа водинка, есть только бурику. Зачем? Там же с острова нет разве шейки? А у меня нет. Смотрите на моего ретрика. Ладно, отошел, короче. Пока ты сколько перерыв? Жить или что, ну я не знаю, давай 7 минут. 7 минут, окей. Хороший ретрик. Вот, а скажите, как вот колечко, какое снять и переодеть это? Снять этот. Которое с карой. А хотя не, подожди, там по статам, но, блядь, да. С карой статов меньше. Плюс ты заменяешь Агилу на Агилу. Так, да? Угу. И... Ну, пузо у тебя хуёвенькое, правда. Да, я знаю. Я пузо Т-10 буду брать, я уже коплю на него хонор. Ты плачешь. А так, да. Ну, вот. Манускрипт поменять. Да. А так нормально. Зачем? Там же 245-й надо брать, потому что там... Это... Ну, короче, ретрики именно бьют с 245. По крайней мере, единственных ретриков, которых я которые дамажат и которых я видел, они с 245. Ты про Кыша? Ну, Кыш, Вага и Бижо, и остальные мутанты из Джок. Ну... Короче, у меня есть еще пояс мутанты. Спрофа, кожаный, который носит предбисовый. Я его сролила на днях. И еще у меня есть токен. 25-ки. То есть я сейчас накоплю на ОД на Т-10 грудак, возьму себе грудак, освещу его в 264-й, буду играть. Ну, короче, смотри, как надо сделать. Допустим, ноги поменять на тапки СРС-ки. В идеале, конечно, кольцо, ссылка, ну, из-за реп. Это очевидно. Допустим, у тебя руки должны быть нонсетовые с хостой ссылка. А, я знаю, вот поэтому я хочу себе взять грудак Т-10, играть через плечи грудак Т-10, голова, ноги Т-4, а ручки нонсет. Наоборот, ноги Т-10 поставить, потому что, ну, они, по идее, должны больше статов давать, чем Т-4. Ну, тогда я уже сейчас могу осветить ноги. А разве... Не-не-не, смотри, допустим, как... У тебя плечо, ноги. Допустим, ты берешь Т4 пузо, и все, у тебя все готово. И руки одеваешь целка. У ретриков разве не ноги, нонсеты? Да, всех ретриков, которых смотрю, там со сгардов и со всех. Ну, если. Ну, блять, если ретрик с шемом, то ему это. Ноги с этим надо. Ну, так понимаю. Ладно, короче... я запуталась, потом Костя понял, потом все расскажет. Это типа, Юля, смотри, почему ноги нонс. Это замена на руки, то же самое. То бишь, что то говно дает тебе с, ну, хосту, что то. Без разницы. Только руки тебе еще нет. А Войт тут? Нет, он ушел. Смотри, слышишь, Алекс, мне вот что интересно. Например, я буду делать на шее. На профе, да? Стой, подожди, Томас, не буду тебя перебивать, подожди секунду. Давай я сначала пойду покурю, а потом ты мне все расскажешь. Да ты заблинди нахуй. Сейчас вот придется спросить, а что ты спросить-то хотел? Да и типа, какую оборону же не обязательно этой в танк спеки делать? Типа я могу остаться фуриком, просто одеть шмотки танковские, прожимать глух. Ну вообще не знаю. Ну, типа, она и так есть. Это же не талант. Она у меня, типа, в скиллах и так есть. ШВ. А Т4, она, типа, массовая. Просто Т4. И затянем быстро.
Ой. Крикс. Томас. Я говорю, что спросить-то хотел. Я ж могу в ветке Фурика одеть 4-4 танка и прожимать букву обороны, чтобы она на рейде, да? Да. Нихуя. Ну это прям для квеста ШМ прям. Олег, заходи на вар. Охотяники, заходи. Ванзай. А вы на ком? Чё? Ничего страшного. Чё, Ванзай? Ну, выйдешь с одного босса, ну, на Дженнала, зайдет другой вар, а дальше ты пойдешь. Не вопрос. Ну, если без обиды. Не-не-не, он не за лук, слышишь? Да? Зачем его менять? Ну, блядь, ладно тогда, если ты перезашел, тогда не уходи. Там суть, если менять, то на приста, либо на паладин ничего. Потому что слышишь, Лех, потому что драгму придется в хила сбегать. Да, да, я знаю. Я поэтому и говорил, я думал, ты на варе останешься. Не, я варом вообще в трэш не дам урона. Почему? Потому что я армс, блядь. И что? У тебя же не вкачан дар, рассекающий удар, блядь. Короче, все, не еби мозг. Да. У него все вкачано, блядь. Вкачано, но криво, я сегодня переделал. Спон, вешай на себя СС. По мне так Т4 для армса очень хорошо. Там прок хороший. На Фурика тоже хорошо. Пока армсы через бурст бегают, без разницы. Типа, все равно они через жажду смерти играют. Крикс вам хуярит через жажду смерти. Мы ждем Бабладина. Да не, не надо. А это нормально, то, что когда апгрейдится Т4, то он просто апгрейдится? Да. Но типа Т10 ты меняешь. Да, Т10 меняешь, чары слетают, а тут ничего не слетает, да? А Т4 ты можешь. Ну, да. Т4 ты просто повышаешь, типа, и ты все. Ну, и статы. Огонь. Там ничего не меняется. Никак. Юля. Ничего вообще. Я на самом деле тоже думаю, что... Давайте хотя бы одного убьем, Моссу. Да-да-да, Моссу ты тут. Смотри, короче, Винар грипнет моба, ты стоишь, корни кидаешь по КД. По КД. Безостановочно. Грипнешь. Максимальный рейндж гриппой, если сейчас достаешь. Давай, корней. Моб не должен дойти до того барабана, блять, или что это за хуйня. Просто корни покидай. Все. Ну ждем Юлю Терчу. Ну чисто в теории мы можем, конечно, пробежать. Ребята, везде. После этого босса уже последний, да, будет? Бред, извини. Давайте чисто в теории пробежим. Ну мы можем, да, но, блядь. Ладно, похуй. Войд, спекайся в танк. А, все, в танке, окей. Садитесь на пету. Ой, Юля как раз пришла. Дальше по пану этот боб, когда скажу. Садитесь все на пету, подбегайтесь к трусам. Перед тем, как мы побежим, Войд, дай ШВ и побежим вперед. Давай, ШВ. Побежали. Вперед, 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 вперед. Бежим, не останавливай. Все за трусами бегут. Налево, да, все, молодец. Давай, Боб. В принципе, уже и так добежим, похуй. Господи, ну неужели нельзя вот мобом взять хпшку убрать? Блять, ну это бред. Дашь мастас? Что сейчас было? Макс, давай. Значит, а, ну да.
опять не было реса, что ли, Славик? Мак, смотри, сейчас что касается тебя. Мы забежим наверх, спулим трэш. Короче, на каких-то из мобов будет вешаться хуйня, типа ускорения. Понял, ты с них диспелишь это. С тебя забираешь, а не диспелишь. Но он понял суть. Так рядом, чель? Да. Все, пошли вперед и бегите как-нибудь поаккуратнее. Не спульте справа мобов. Сначала этих заливаем, потом других. Я тебе как представлю, ёбаный Дженалай, ненавижу, сука. Я такая же хуйня. Это который шарики бросает? Да, вот диспелли. А мне вообще следующий. На этом боссе тупо стоит еще по центру и все. Не-не-не, ты ж в курсе, что ты будешь на трэше? Вы пуляете, что стоите? Потому что воет весь трэш не удержит. А босса мы там уже... Я удержу? Да. Ну я филас лекать, да? Или что? Ну... После трэша. Как я охуенно танчу трэша, ты ж будешь держать весь рейд, кроме меня. Ну, у тебя на пол будет, но это вот таких сильных ДД нету, чтоб срывать. Я сильнейший ДД. Угу. Я верю. О, маг. Ебут. Сильнейший ДД, да? Якут? Ебут. Это вот так выглядит. Думаю, откуда второй СС, а тут... Зушек появился. Лелёк. Не, ну а чё его так в претендах называют? Нет, да, мы безобидные. Тебе уступят место на заужине. Если ты слышишь, конечно. Сразу на приста, где королица. Пришли наверх. Есть у тебя, кто не в курсе, что делать? Ванзай, Драгма, знаете, да, что делать? Ну, бить мобов, которые бегут по лестнице и потом уворачиваются. Мне хили только, наверное, и все. Ну, да. Ну и еще уворачиваться от этой хуйни. Ну, там рейндж держать от шариков подальше, когда шарики появляются. Я метки кину, короче, кто не знает, как правильно убегать от шариков, где стоять. Кину метки, за ними бегайте. Не-не, дай по кому-нибудь другому, слышишь, билку, я демон. А, ну... Так, Юля, на тебя стоит кидать или ты умрешь? Нет, но я не готова нести за кого-то ответственность. Я не умру, но метку мне не надо. Помните, главное, если вы побежите в крест, он большая корова, ваша текстурка будет... Ну, короче, он может не сдохнуть, а вы сдохнете, помните. Поставь рыбу и... Мак, да. Смотри... Короче, мы пульнем босса, ты бьешь босса, я скажу, свичнулись в трэш. Вот по этой лестнице, где мы сейчас стоим, будут идти два моба. Один с этой стороны, другой вот отсюда. Ты заливаешь вот отсюда, который где трусы. Понял? Он так вверх поднимается, и мы его убиваем. А с какой стороны трэш ловится? С левой. Смотри, Мосса, пока мы убиваем справа моба, ты корнюешь левого. Понял? То бишь... Корнюешь его, мы подбиваем его где-то до 200к хп и стопаем дамаг по нему. Бьем босса. Здесь файер-резист? Да. Нет, тут ауру Юлю поставим. Одного оставляем, да? Да. Слева будет выходить трэш, мы, наверное, по одному мобу потихоньку будем заливать. Вот.
то бишь Юля соло дисполитстак, Драгма и Мосса на рейде. И это, сопрот выпейте. Ну, один хуй, давай, может, поставим что-нибудь другое ауру, потому что фаер здесь стало получше будет, не один хуй тут тотем на ману быстрее. Okay. Что ставить, какую ауру? Кастерскую. Так, ну я, в принципе, готов. У меня 4 минуты сейчас, осталось на эту банку. Перебейте запрос, перебейте запрос. Потому что тут по РДД будет залетать, я еще раз. Возьми сопрот у Байдала. Сейчас я сыну позвоню, скажу, что... Да, Мак, я продолжу. Смотри, мы убиваем мобов, да? Одного оставлю. Потом нас всех притянет под босса. Мы стоим под ним, он будет раскидывать сверки такие красненькие, увидишь, огненные. Короче, бегаешь за трусами или за крестиком и становишься в один фрейм, прям в трусы, не рядом, блядь, а прям в один фрейм, понял? Вот так вот в меня встанешь, как я в драгме сейчас стою, и будешь стоять. Если сдохнешь, то будет моя вина. Ну, потому что я тоже сдохну. Чего вы говорите? У меня 2 часа просто еще сопрот будет висеть. Перебивать? Нет, тебе не надо тогда. Что-то мне тогда отдал. Да смысл? Ну, на следующем еще надо. Короче, все готовы? Все готовы? Не-не-не, подожди. Подожди. Там же не обязательно в тебе, там же между шариков достаточно встать, правильно? Да. Там, короче, 5 метров рейндж взрыва этих шаров, шоты, да, абсолютно. Да. Ну я был здесь. Все нормально. Там не обязательно за тобой бегать. Главное от шаров рейндж держать и все. Да, Юля. Воет на бой. Че, готовы все? Давайте. Че, а, кстати, вы дали теперь гор на 3 минуты от меня. Алло. Ну пуляй. Рост когда даем? Я скажу. Мобы вышли, свичнулись. На лестнице мобы идут. Левого заливаю. Что-то пиздец медленно заливаю. Мосса корню и... Всё, я вижу. Всё, одного залили, второго подбили до 200к хп. Всё, не корнюй. Перестань. Стоим сначала под бот. Все, побежали. От стены умер. Понял. Вниз спускаемся, убираем тут. Все, темов нету. ХП мало, походу. Ты мало не объяснил. Что нельзя походить к стенам, да. Блять, зачем я за войдом пошла, сука? Я кому сказал? Я спросил, кто не знает. Скажите. Нет, шара не от стены, а от шарами умерла. 50 тысяч, ваншот. Тыкните! Тыкаю. Какой рейндж у шаров примерно? Рейндж взрыва 5 метров. Просто держитесь подальше, там места очень много. Я говорю, сразу не разбегайтесь. Там есть время, пока он их раскинет. Если вы разбежитесь по всей карте, он раскидает там, ну, соответственно, по всей карте. Стойте под боссом, а потом выберите место, куда побежите. Такая жадная баба сжала. Чё, растукнул стамин? Мяу! Кого ты там сунулся? Не спешите сразу бежать. Подождите, пусть он выкинет шары. Там потом видно будет место. Я сумоню Эвенар, Войд Дефендера, Твинси, Драгму и Мунгиал. Жрите. У тебя в демоне больше ДПС, чем у того лоха. Мак, а за кем ты побежал, раздох? Он об стену обжегся. А? Об стену обжегся. К стенке тоже не подбегает. Даже, знаешь,
Вот мы сбежались, я, Драгма и Костя. И, сука, в итоге Костя, блядь, в последнюю секунду отбегает, и мы с Драгмой падаем. Ну как? Точно я сбежал. Смотри, там еще лохади. Тоже корова. Со мной только лохадь. А, значит, не ты. Он не сдох. Я тебе дам дилку, у тебя больше одна. Петушары вышли. Ну и бы вышли. Моса сильно не корню. Как он поднимется на лестницу, только тогда начинай. Снизу его сразу не надо. Быстрее моба слили. Второго до 200к подбили. Все, стопой корневать. Все, разбежались. Станешь? А, блядь. Не, все, не бейте моба. Забейте на него хуй, пусть уходит. Понятно. Босса бить? Да, бьем босса. Блядь, там у стены тоже рейндж оказывается, пиздец. Да. Эвинар, иди сразу вот под... Где крестик сейчас стоит, сюда подходи. Что-то вонзай, пиздец побивай. Отбегать надо резче. Нет, его пробивает огонь. Юль, дай каску. Сейчас стамина была. Пробафайте шамана. По одному мобу аккуратно свечимся и бьем. Вот после вот этого вот. Разбежались. По мобам играем. Прохил. Мобов залей, да? Да. Дайте танк сначала их собрать, а то чё... Да, с трэшем хуёво. Ну, я, блядь, самый хуёвый танк, я не умею его поддержать. Не, я на пулю через 8 секунд. Не бейте, пока трэш не срывайте. Я когда могу подхиливать? Всё, все в трэш свичнулись, там вроде все яйца разбили. Я напулил, но там, блядь, как... А, я забыл на Лису поставить макрос, и я напулил. Ебать, я красивый. Моба, слейте, который бежит. РДД. Не бейте пока... Бейте аккуратненько трэш, но не срывайте игру. Зачем? Войт, отведи босса от трэш. Там мобы идут. Убивать? Да. Левого только. Того же, кого и в прошлый раз слил. Вообще, мне кажется, кто-то не бьет. Энергичнее это разливаем. Ебать, тут отовсюду мой урон, блять, от этих ебаных ловушек. Да твою за ногу. Не БР, не БР. Блять, вы научитесь когда-нибудь нормально выживать или нет? Пока не трогай, иди лови их. Не с этой стороны, с другой. Но у меня выхода нет. Пока есть время, ману повосстанавливайте себе, босс. Нет, хочет. Это мозг касается, у него мало. Сейчас уже времени не будет. Мак, ровно ко мне встань. Пять! БР, подвиньте, мозг, быстрее. Ебать. Прибафните паладина. Бьем босса, пока трэш не вышел.
Как только первый трэш вышел, сразу по одному мобу в точку играете, без АУЕ, блядь. Че, мама? А, ладно, тебе заливай, я так пойду спать. Чё, трэш вышел, свечность, все трэш. Если чё, я пока не напугаю. А вот он дышит, он в рандомного дышит, да, человек? Да. Но только в одного, то бишь, если отойти из-под того человека, в кого он будет дышать, соответственно, по тебе урон не пойдет. Ёбаный король. Мак, не умри, пожалуйста. Вот ко мне подойди в уголок встань. Аккуратно, трэш. На пулю ты можешь? Нет, секунду. Всё, сейчас на пулю, и после этого в трэш вливаемся все. На пул пошел, влетайте в трэш. Юлю, возьми огонь и дай мастера. Наоборот, Войд, отойди, не подводи, а босса к этому. Трэш. Блять, Войд. Нам можно того забить. Дай Геру-то, драгу. Да не надо уже, мы так успеваем. Блять. Добили босса просто побыстрее, но мы уже трэш так и так успеваем добить. Я ману пока по регене от босса. Не, нормально пока. Драгма потей. Заливаем трэш. Быстрее трэш. Все в трэш свичнулись. Боже. А у нас диспела нет. Сейчас добьем трэш и не будет, не нужен диспел. Есть диспел, ты чё? Ты разве можешь диспелить эту хуйню? Юля может. Она живая? Ты на нее крик ССР дал? Нет, не я. Понял. Давай тебе эти. Все, трэша больше не будет. В бомбах не сдыхай. Исправить больше не надо будет? Нет. То, что на боссе Берса появится, забить и хуя на бесполезно. Все убитые дракончики, да? Да. Все, больше трэша не будет, только сверки вот эти. Ну да, тут хп дохуя надо, пиздец. Ну, для миликов сколько там, 36к, для РДД 33, в идеале. Это и от пламени, что ли, вот это вот? Ну вообще, чтобы тебя сильно так не задувало. Если бы тут 2 хила было, мы бы наверняка упали. Не, ну просто смотри, он же как начинает пламя дуть, если отбежать в сторонку, там сильно не продамаживает. Не, ну тот, в кого он будет дышать, все равно его продамажит, так как он все равно прокрутится за этим человеком, чтобы на него дышать. А, он крутится, крутится бою, да? А. То бишь те, в кого он не выбрал в таргет, да, могут отбежать, и они не получат. Хилбот пропал. Ну вас по ПК что похили. Спасибо, я попробую сейчас найти его. У меня у самого забагался эксперл, ебать. У меня в рейд показывает половое ХП.
Да, бывает такое, но у меня просто пропал. Окошко пропало. Я так таргеты поперебираю у вас. Ну, релог потом сделаешь. Наши хилы в гильдии говорили мне, я бы сказала, ребят, ну все, у меня хилбот пропал. И хоть бы одна скотина мне рассказала, ты Юля фкаешь, я сам все похилю, я сам все сделаю, отдыхай. Сдохну, не сдохну. Господи, помоги, пожалуйста. Христа ради, я больше не буду грешить. Давай на тебе, Исэр. Появился. Шикарная отмазка, чтобы грешить. Надо еще нихуя, он бить начал лучше. Давайте ману резать им, блядь. Но он, блядь, ну это хуёво все равно берс. Прожимка-то есть, а тут Винси умрет, Косту баф не собирает. Всё, мне пизда. Безопасно. Каску бафни. И лежа-то заебись там, да, Скотт Бона? Конечно. Все рекорды побила по падению на этом боссе. Просто мне кажется, больше никто не знает. Сейчас убьет его дыхание. Да-да-да, вот у меня Red Frame тупит, блядь, пиздец, я не вижу, что он... А, нет, он уже фуловый, ты чё? Я его хилю, по нему хил проходит, а не показывает, что у него фуловый хп. Да, хил подвали. Вуду надо качать. Да, у меня не хилбот, у меня экспер вышел. Бабл там или что-нибудь прожми, что ли. Вы сейчас не откатили там у вас? Нет. Еще 10 минут. Сейчас не убьем тогда. Че, стоим в бомбах? Я больше не буду столько диспелить. Рот ебало палом диспелить. Лекс, а тебе на вара попур надо? Нет. В смысле, а ДПС Дима возьмём? Нет, АДК. У кого? Ванзай, надо тебе? Да я ж не танчу. Да тебе с этого малокраса надо. С малокраса ничего не надо. А что, хотя там палка... Проблема? Как палка трёхсот. Как тапки, как с чумки. Хант, как тебе истерия? Я тебе говорил, что на сурвайстере бесполезно. Я дамажил. А на кого мне надо было давать? Типа на лока, мага? Может быть. Ну он там вара есть. Вар. А ничего, что не дохлые лежали? Ну, если дохлые лежали, то могла кидать. Но я говорю, на сурвай кидать бесполезно. А сурва типа магией бьет? Они ловушками дамажат, а не прямым уроном. Что там, сдыхать надо или что, я не помню. Нет. Ну да, сдыхать надо. Босса не будем убивать? Давайте, пульт и трэш. Только, спиной и воткнитесь в стену. Чё, мы тапки не поролим, что ли?
Давай перед боссом. У тебя мастера нет, что ли, до сих пор? Нет, нету. А что, надо? Конечно. Ты не сможешь получать лут в гильдии, если у тебя нет. Войд, это о чем мне теперь танка делать? Рид. Или милитариан можешь на контроле, да? Да. Я нашел себе работенку. Роллин тапки. Бля, ну тут прям сетап красивый для нас. Чуть-чуть. Почти. Уши тапочки, да. Да. Ты такой. На твоего лока прям сетап. Заебись буду. Лока порыл, нет? До него есть. Это же один в один, как с Чунки вроде, да? Да. Копия. Тоже 264-й, ничего себе. На 260-й. Драгма как-то быстро одевается и в шоке. В первом образе целка сразу объект за... Шаманы нужны всем. Но ты понимаешь, ты у другого шамана забрал этот... Как он, объект? Мне кажется, он сильно нас возненавидел. Че, меня в хила или как? Или в лем? Ну, хуй знает, блять. Тут два хила больше. Мне сильно нужен здесь. Мосу лучше в кота, его в лем, я так думаю. Мосу сможет подхилить, если че, своим спокойствием потом. Да. Ты имел в виду мосу в кота, а драгму в ршаму, что ли? Да. И там понял это, контролить придется вон Мосе змеюгу. Я пошел на вару самонять. Лексус, перепить фласку, да? Да, здесь саппорт в любом случае. Пуляйте трэш, чего стоите. Ну, саппорт потом... не нужен или нужен? Нужен, нужен. Нужен, нужен. Много не пуляй, я в ДД спекнулся. Хорошо. Давайте будем одну метку бить пока. Давайте все подряд. Ой, да, настроение изменилось после такого трая Джиналая. Да. Блядь, если бы вы не убили, я бы вам на следующий трек ГП начал пиарить. Ты смотри, какая игра, дед. Представь себе. Ты попадала вообще пиздец, раз 10. 3! Выхухоль. Мы убили Юлю, но там Юля умирала. И мы убили, получается, без трех человек. Сколько там лежало? Мосса, Вангайт. Если берсы нет, хули бояться? Нет, если бы мы раньше упали, мы бы сдохли точно, был бы вайп. Если бы мы на первой фазе упали. Типа, если трэш не диспелить, то там танка сложен быстро. Ну, нет. Ханкбей квадрат. Мне в один момент было 19 стак, я думала, охуею. То, что шаманы не могут испалить эту фигню. У них все-таки по два снимает эффекта магических противника. Тут союзник. Союзника тоже Макс. Вар может диспелить. Ну, Холли Варе, да, может. Если талант вкачет. Ладно, по-моему, было весело, мне понравилось. Дайте ребаф и... тем, кто упал, короче, дайте рыбу. Дал пристабав. Короче, смотри, пан, диспелли, ой, этот, контролишь крестик, Крикс, контролишь череп, Юля, контролишь луну. Хотя мы можем луну отпиздить, а потом... Пан не может череп контролить. Понял, все. Тогда мы пиздим череп сначала, а потом... Просто они все сидят на Алисе, как говорят. Ну, бля, я не знаю, что этот моб делает, если честно. Они ничего не делают, милики. Ну, похуй тогда, короче, я на пулю этого моба на Айвенара и все. Дальше там делайте, что хотите. Сорвете, получите пизды. А ты уверен, что я гуманоидов умею фирять? Вот нежить я могу.
Ну, я могу фермуть. По идее, только Ретрикс может, да, по-моему? Нет, изгнание, вот как раз мы нежить можем фернуть, напугать. Тогда, короче, отпиздим луну, а череп эфиреешь. Давай так. А? Давай так. Давай так. Спасибо. Это Страпон. А вот эту парашу треугольник кто контролит? Мосса? Мосса. Драгма, чего? А крест? Подожди, стой. Лок контроль. А, точно, маг может контролить луну. Я вспомнил. По идее, я вспомнил, Мосса написал так-то в чат. В овцу, да? Ну да, я в не овцу. Ну, ну что-то за маг. Вообще никто не ДПСил, слышишь, Лекс? У нас ДПС тогда вообще мало будет. Если каждый будет еще на контроле отвлекаться, и так ДПС у меня. А хули там отвлекаться, блядь? Запомни цель, нажал, нахуй, смотришь. Mm-hmm. Че сложно? Не-не-не, секунду. Тут контроль может спасть раньше времени, так что это? Запомните. То бишь, если даже там таймер тикает, у вас там 30 секунд. Там двоих потанчу хули. Пусть маг ДПСит хотя бы просто. Ну да, короче, луну на себя заберешь, Юля пофиряет череп, Крикс на кресте, Мосса на трусах. Войд, крикни на ХП. А ты на Варе сейчас или на ком, я не вижу? Или ты на Ханте остался? Я на Ханте остался. Сейчас попробуем так, если нет, то я зайду. Драг на стойкости, Вэлем. Войд, на ХП крикни. А чё, в смысле Драгма Велима, а чё Мосса где, в ком? В Ирдру? Mm-hmm. Ну, чтоб ему контроль прошло. Мне кажется, Мосса и в коте бы прекрасно контролил всё. Чё там? Ну, чё он ДПС будет терять? Нет, луну никто не контролит, блять. Я на пуле просто на Эвенар луну и дальше пиздец. Так чё, Лок, тебе эти тапки нужны, да, получается, или чё? Да. Так ты их сролил. Ну, он чё так говорит, что, типа, я кольчугу ношу? Ну, я тоже как бы только латы ношу, но я и кольчугу, и кожу одеваю. Короче, давайте после босса разберётесь, кто там в танке пуляет. В общем, луну заливаем, да? Нет, босса заливайте, я на пулю луну на танк и все. Окей. Контроллер раздали, какого хуя? Охуительно, пан, спасибо, блядь. Давай вайп на. Пардон. Юля, дай диван по-любому. Что случилось? Ну контролю я его, он берет, банишься. Падаем, не хилите, стоп хил. Тепленно. Напомню, контролить надо после того, как танк пульнул босс. То бишь мобы не должны оказаться под боссом. Поэтому он пулить начинают контрольщики, а танк забирает из толпы босса. А не так, что... Может и танк сразу спулить, и контроль мгновенно, как бы без разницы. Блять, ёбаная собака. А кем? Паниным? Речните? Ставь рыбу пока. Ты собак не любишь? Да нет, там просто во дворе. Ты не контролишь, ты бьешь. Я же сказал Крикс на контроле. То, если ты не Крикс, значит ты не контроль. Давайте, блядь, убивать этого пидора. Потом перед Зулом перекурим и убьем его. У нас, кстати, еще должен перенять. Контроль, кстати, не моментальный, он кастуется от секунды. Поэтому если пулить будет танк, то мобы сойдут. Хорошо, хорошо, пулят. Контрольщики, ставь рыбу.
И это, Алиса, ты можешь кинуть лужу, когда мы спулим трэш, чтобы набрать агро, после этого вообще... Даже если ты видишь то, что не у тебя скилл украли, просто не кидай. Я ошибаюсь этого всего говна. Ребят, а смотрите, у них ведь нету диминишинга, да, на контроле? Да вроде нет. Нет. Просто у меня контроль всего как бы на 20 секунд. Это я каждые 20 секунд буду свечиться, а если еще диминишинг, еще чаще придется. Поэтому там, Мося, напрягай булочки. Нету там подольше контроль. Да. Это мобы, это не люди, на них диминишинга нет. Хорошо. Дайте крик ХП, АП и значит, подходите по своим местам. Босс просто манекен, да? Нет. Напоминаю, короче, смотри, босса пуляют, и он кастует такой ебень, короче, ну это тебя не касается, это только хило касается. После чего он ворует у любого игрока скилл, не твоего спека, а именно класса, то бишь у Фурика он заберет крутилку Армса, допустим, или кровожадность. Также там у Ханта ловушки, у, блядь, Лока золотой дождь его и всю остальную хуйню. Короче, Ивинар, просто не кидай лужу и все. Давай, подходи к центру сюда, чтобы ты успел оставить. Давай, вот сюда. Кто контролит, подходите по местам, начинайте контролить. Нахуя? По боссу играемся. Блять, это ж мне нельзя кидать ловушку здесь. Прохил. Поставь от тьмы ауру. У Драгма украл. Там тотемы будут или хил. Хилка была. А чё, она не сбивается, получается? Нет. Плохо. И это, люди, смотрите, когда если у ханта украдет скилл, будьте осторожны с таким вот, с этой ловушкой огненной, потому что она у меня прокает от скилла, и если у меня ее украдет, ну, вот будет такая хуйня, и забери, умоляю! Понятно. Вы чё, блин? Мосса прохиль рейд, и дай БР-ку мне, полил Морти. Драгма, цепное исцеление есть в Элене? Есть. Дайте ребаф по ханту. Понял, да, когда юзай? Понял. Тот же не ауешь, да, таргетом? Нет, не надо ауешь таргетом. Ну, вот просто кастауру поставьте, чтобы это, блядь. Нет, от тьмы нужна, чтобы меньше дамажил. Ну, стоит файр аура. Должна была быть. Дай мастер аур на этом косте. Пирана, хуй. Меньше под мастер аур пробивает. Нет, логично. Осторожно, там может крутилку воровскую спиздить, аккуратнее мелик. О. Отбежали быстрее, воет. Вот вагон. Да, действительно, ворует. Может также фир украсть. Крутилка. Ого. Она там почти моментально. Если смотрите, даже у Твинси украдет, то кинет лужу, отбегайте, потому что там 2-3 тика. Да не, ну первая крутилка как-то время еще было. А на второй прям вообще ой-ой-ой. Юля, а сколько кдшится мастеров? 3 минуты. За ловушками смотрите, потому что я не могу их не кидать. Нет, Т4 про. По-моему, этот моб, который в эфире, ничем нам не мешает.
Ну все, его, по-моему, уже и не надо ферить, он стоит и никому не... Вот реально. Ты бы не отвлекалась на эту меня. Хиль. Окей. Помогаешь, Драгмэн? Да. Смотрите, ну там, блядь, без кастауры, там пиздец. Ну хоть что-то. Там, блядь, две цепухи только пролетают. Но они помогают. Я уверен, что они помогают. Мастера на следующий КСД. Нет, на следующий этот. Даст прожимку и Геру еще. Ливень там истечет, он занят. Алло. Да-да-да. Отводить не надо? Да пройдет. Золотой дождь. Юль, можешь другую сторону убежать? Давай прожимку на рейд. Прожимку на рейд. Все. Блять, я еще и бил без Володи. Вот это ему. Сейчас драгма. Ну, пизда. Пизда. Сейчас. Там нам блин. Давай, Геру, рекорд. Поконтролить, у меня экзекут пара. Поконтроля или моты. Священие. Ох, ё. Чё, говорить-то будем, нет, Лекс? Чё? У кого пиздец набил? Пан, можешь поконтролить? У кого вообще украл, я не видел, я чё-то смотрю. Ну, вообще, освещение, по-моему, было. Есть шансы добить. Мосса Берни откатился наверняка. Попробуйте добивать, я вижу. Ой, блядь. Уйду, сейчас уйду от него. Да я не из-за этого. 10 секунд нихуя не давал контроля, в итоге решил дать, да, пан? Ты мне сейчас сказал только что. Я тебе сразу сказал. Еще до Геры. Траур, да? Когда кастовать будет, тогда дашь. И Мосса дай по своей пати на спокойствие, если пиздец будет пробивать. Давай, мастер. Че не буду говорить? Но у Мосса, по идее, ничего не может такого сильного украсть, поэтому... Заберите крест с паладина быстрее. Не, вы, наверное, просто не проживете. Дайте голову. Ебать, я проспал просто, я походу в лужу, да, вообще? Ну, освещение было. А я что-то сижу, бью. Ну, и умер. Да там вообще моментально забрило. Бабл, есть твинни? Нет. Слушай, а вот если просто закливать. Давайте вот этих мобов? Подождите, сейчас убьем. Захиливаем. Добивайте там уже 200 кастов. Да уж. Трындец просто. А если вот этих мобов заклеивать, которые... А чем они тебе мешают? Ну, народ не отвлекается. Не хватит ДПСа. Ты видишь, этот босс на ДПС.
Он копит на себе стаки. Каждый залп стрел начинает бить больше. Ну просто у меня и не только на себе. У меня автоклив стоит, поэтому мне без разницы. Что я убил? Если хотите убить должны ищите креста. А вот этот адванс, он чей-то друг, что ли? Кто это такой? Это пан. Пан? Многоликий пан. Ему мало РТ в нашей гильдии, он ходит на РТ еще в 10 гильдиях. Да, да. Пан, что с тапками, чувак? Ты носишь кольчугу или как? Я ношу ткань, ебать, заебал. Нет, давай, какая разница? Давай я лему тапки. Я тоже кожу ношу. Давайте ему трэш почистим, потом он разберется. Давайте убьем мобов и АФК пойдем. Перекур. Чем АФК? Я в ДД, если что, не врывайтесь, Алиса одна там. Блять, ну куда? Ну, блять, ждите, дайте время и не уезжайте. Сдохните, блядь. Если чё, с напулом всё по пизде пошло. Бобочку закинул. Тебе не мешает боб вот в этой... В этом, в чёрте? Сама ты чёрт. Кстати, тебя ферять могу. Вот так. Ахилли. Ну, я всё тебе отдала. Блять, всю молодость. Не хватает, видишь, ему. Ему это не помогло. На ком сейчас? На ласте. Ну там уже нечем было. Там, во-первых, бобчик сначала зашел, потом сальвочка. Сальва даже дотикать не успела, ты помер. А теперь будем решать, как мы будем делать, ну, заменить. Ну есть мульти такой один. Ну уже застоит в группе написано. Нет, я имею в виду там вару замены нужен. Ну, вот, блядь, ты можешь... Блядь, ну тогда пиздец, как мало РДД будет. Хотя, ладно, похуй. Джава они есть. Может, ты уступишь место? Ну, хуй знает. Ну, тебе нужен зол же. Мне тринька нужна тут, нахуй. Я могу уступить место. Не-не-не, триня анролл забей. Ты вообще будешь? Варом, наверное, дамажите, я хуй знает. Не, я не дамажу. Хант обязательно. На Зулджине хант, must have.